Приветствую вас. Ну, смотрите. Во-первых, раздражение мужем на вас, на вашу семью и прочее, прочее, прочее. Понятное дело, само по себе не пройдет. И здесь нужно реально смотреть на вещи. То есть, если вашего мужа что-то раздражает, то вопрос заключается в том, что он хочет сделать сам. И хочет ли он сам с этим что-то делать. Потому что, если у него, например, такого желания нет, если у него нет желания что-то делать с этим, то вряд ли можно что-то с этим поделать, потому что вам не извинить ни ребенка, ни себя, ни своих родителей. Себя изменить, конечно, сможете, но, извините, у этого есть границы, и для этого нужно ваше желание. Вот. Это первое. То есть, хочет ли муж сохранять семью. Второе. Почему перестал общаться с другой женщиной? Вот вы пишете, да, что хотел переписываться с другой, хотел уйти, но не ушел. Почему не ушел? Что там случилось? Как бы она его не оттолкнула. Это самая женщина. То есть, если она его послала, вот, если она его послала, то ваш муж мог это воспринять, ну, крайне, скажем так, негативно. Вот. И очень важно понимать, почему он остался там, почему он остался с вами, почему он не ушел. Вот. То есть он мог уйти, но не ушел, он мог уйти, но не захотел. Чем здесь, вообще говоря, корень проблемы, в чем здесь суть проблемы, потому что я пока не очень понимаю. Вот. Дальше. Вы хотите сохранить семью. Для чего? Для чего вы хотите сохранить семью? Зачем? А какое для вас имеет значение семья? Вот понимаете, в чем штука заключается? Штука заключается в том, что вы, желая сохранить семью, можете игнорировать самого мужчину, к сожалению. Вот что крайне нежелательно, на мой взгляд. Игнорировать человека. И все, что вам хочется, например, сделать для мужчины, вам хочется сделать для семьи, что является очень серьезной проблемой.
контексте восприятия вас мужем. Потому что если муж чувствует, что он не интересен вам как муж, а интересен лишь только как подспорье такое для создания семьи, то вот это может быть одна из причин его такой реакции на вас. Хотя, безусловно, не единственное. Вот. Ну, вы здесь напоминаете созависимого партнера, который иногда в семье и боится семью потерять. А также здесь есть, на мой взгляд, некая такая тенденция к избеганию проблем, к нежеланию проблем решать. Вот. Но опять же, здесь я не уверен, где-то могу ошибаться. Потому что, извините, это все из области предположений сейчас. Вот. Поэтому ситуация такая. И, соответственно, вам необходимо разобраться сначала в себе. Вот. Понять, что вам нужно, чего вы хотите на самом деле. Дальше уже после этого смотреть, что из этого может дать вам ваш муж, что из этого дать вам ваш муж не может, а то и не хочет. Опять же является, ну, как бы, его правом. Да? Вот. Правом вашего мужа. С другой стороны, если ваш муж вас не ценит, вот, а мне показалось, что он вас не ценит, ну, не совсем, в таком случае, понятно, зачем это, почему вы за него держите. Этот момент тоже необходимо скорректировать, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Ну вот, примерно такой ответ я могу вам дать. А сейчас, в соответствии с тем, что вы написали. Опять же, очень важно понять, какая вы. Потому что если мужчина знает, что вы этого никуда не денетесь, это мужчина знает и чувствует, что, извините, вы при любом раскладе останетесь с ним, то нет ничего удивительного в том, что он вот так себя ведет. Абсолютно ничего удивительного в этом нет, к сожалению. Поэтому в какой-то степени речь можно вести о том, еще и как вы себя подаете. Если вы подаете себя не очень, то не удивляйтесь, если человека и воспринимать как-то всерьез вас не будут. Вот, если у вас, например, заниженная самооценка, вы боитесь там остаться одна и всякое такое, вот, то нет ничего удивительного в том, что человек вас не ценит, к сожалению. Вот, соответственно, поработать с самооценкой, да, восприятием себя очень важно. Если вы это сделаете, то как минимум проблемы станут меньше. Проблемы станут меньше, все проблемы, конечно, решить не получится, вот, но одни проблемы, как минимум, ну, в принципе, все на этом, я думаю. Можно закончить.
мой ответ. Я очень надеюсь, что смог вам помочь. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи.